Как произошла авария, что вы видели? Мы видели, как нас подрезал водитель «Шевролета». Угу. Потом мы двигались со скоростью 60 км, то есть он создал аварийную ситуацию на Минской. И там чудом как-то мы не попали в аварию. Мы двигались 60 км в час, когда увидели впереди метров 400, как его занесло и выкинуло в кусты. То есть, ну, очевидно, когда мы подошли, водитель был, ну, в нетрезвом состоянии. Мне так кажется. По моему мнению, мне кажется, да, что он выпивший. Поэтому... Ну ничего, знакомый сел за руль и попали в ДТП. Подрезал Ланос нас, таксист. Так, а где ваш знакомый? Убежал. Вы ехали вдвоем? Да. Как вы себя чувствуете? Ну ничего, нормально. Спасибо. Вы сегодня выпивали? Я, да. А Саша ваш убежал, кинул вас. Да. Ну это тот, который да. Нам рассказывал. Если бы тут шла... Вот, в чем вся проблема? Вся проблема в алкоголе. Ой, сколько алкоголя? Женя, здорово. Вот, что будет?